Всем привет, привет! Привет, привет, привет! Сегодня мы будем играть в одну из многих игр про бабушку Гренни от компании Roblox. Их, как оказалось, очень много. Так, что здесь? Ящики какие-то. О, тут у кого-то именины. Торт такой большой, да? Да, это я. Покушаем? Нет. Не? У меня нет. А кто-то с огненным мальчик какой-то бегает, смотри. Куча огня. Ух ты, мальчик весь в огне, горит. Ну что? Начало игры, ждем. Начинаем, давай. И что? Нас тут много. Темно, ничего не видно. Какая-то башня, все лезут наверх. Мы тоже полезем наверх, да? Да. Что там наверху? Что? Почта. Что тут наверху? Что? Все наверху. И вон башня, тоже наверху. Так. Где? Смотри, еще вот башня, вот лезем на башню, на вторую. Где монстр, который придет нас убивать? Где он? Ты видишь кого-то? Нет. Я не вижу. Так, темнота, темно, все с фонариками. Но если мы зажжем фонарик, нас увидят. Смотри, кто-то полетел, смотри. Рука чья-то. Рука! Это я не папа. Кто-то отрезал руку. Кто это? Это мальчик. А это кто? Молния какая-то. И где? Что здесь? Нога валяется. Вау! Вот он монстр! Да, это, наверное, здесь это такая бабушка Гренни, такая страшная, с ножиком бегала. Ты видела? А здесь что? А здесь, о, бабушка Гренни. А тут что? А тут лава какая-то. А я упадем. Оп, ну перепрыгнули. А здесь, о, перепрыгнули. О, перепрыгнули. А смотри, вон бабушка Гренни. Боже мой. Вот. Вот она, видел? Вон она, бабушка Гренни, видишь? Вот она, смотри. Сейчас она будет за нами бегать, видишь? Смотри, и розовая, она и белая. Тут две бабушки, смотри, вон розовый монстр. А вот внизу белая бабушка. Белая бабушка расцепилась на кусочки, а розовая, смотри, бегает за всеми, розовая. Да или нет? Это не розовый нормальный. Не, розовый нормальный, он не убивает. Можно вместе с ними сейчас стать. Все. Мы вместе постоим. Так. Блин, куда мы провалились? Так, что-то мне там не нравится. Что-то мне там не нравится. Так, а ну что там? Мальчик стоит с фонариком, бегает. Боже мой, вон убивает! Вон он, монстр! Вот бежит за нами! Боже мой, шухер, убегаем! Где он? Вон он наверх полез! Он всех там крошит ножиком, как салат оливье. Вот он за нами бежит! Вот он! Убил нас. Он быстрый, мы не смогли убежать. Так, ну что, попробуем все-таки дойти до бабушки Гренни. Да, раз. Ой! Нет, и смотри. Оп! Потом этой дорогой пройдем и этой. Вот. Замечательно.
И мы в начало попали. Нормально? Еще чуть-чуть бы до бабушки Гренни. Так, подвигайтесь, друзья. Сейчас вы все там. Даже разбежаться нельзя. Оп. Оп. Отлично. Все, сейчас мы сразу же к бабушке Гренни пойдем, да? Сразу же мы к ней. Бабушка Гренни справа, смотри, видишь? Две бабушки Гренни. Три бабушки Гренни. Блин, я застрял, я не могу шевелиться. Что это такое? Не могу подвинуться. Из-за бабушки, вот эти бабушки стали, я не могу подвинуться. Все, я замер. Вот, вот, смотри. Улица, зеленые деревья, фонари горят, машин нету. Где машины подевались? Нету ни одной машины. Муся. Где? Где наш злой бабушка Гренни, наша злая, которая сейчас с ножиками за всеми побежит? Где? Да, кажется, я увидел там в конце. Я увидел в конце, кто-то там развалился на запчасти. Надо убегать. Надо убегать, чтобы нас не догнали. Убегаем. Побежим там, где людей нету. А то он побежит там, где люди. Она... Ух, вот он, вот он, вот он, вот он. Ты видела? Вот он. Вот он, мальчика догоняет. Смотри. Вот, вот. Мальчика сейчас догонит. Смотри, смотри. Мальчик убегает. Блин, а в деревья они побежали, и мы не увидели, догнал он мальчика или не догнал. Надо подальше держаться. Надо продержаться минуту 27 секунд. Так, вот, вот, ребятишки побежали. Так, где он, мы не видим, он в деревьях, наверное, сейчас спрятался где-то. Побежим, посмотрим, может быть, здесь где-то. Нет, не видно, не видно, где он бегает, этот монстр. Вот, нет, это мальчик был, это не монстр был. Это не злой волшебник с дубинкой, с мачете, который всех крошит, как огурцы. На салат огурцы крошит. Где он, где он? Надо бежать, бежать, не стоять на месте, иначе... Вот он, вот он, вот он, вот, я его спину вижу, вот он. Так, он сейчас за нами бежит. Бежим, 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 он сейчас за нами, кажется, бежит. Боже мой, он сейчас может нас догнать. Убегаем, убегаем. Давай, мальчик, он за нами или нет, мальчик? Не? Он отстал. Он отстал. Или нас не увидел, или отстал. Сейчас посмотрим, где он. Нас не видно, мы будем прятаться в деревьях, в кустах. В кустах темно, ничего не видно, и он нас не увидит. 3 секунды, и мы выиграли. 1 секунда, все! Он нас не убил, не покрошил. Ура! Вот мы на 3-м месте в победителях. Люцийка на 3-м месте. Ура! Мы победили монстра. Мы от него убежали, да? В этой игре иногда один из игроков становится бабушкой Гренни. Да. Так, мы бабушка Гренни, ты не поверишь. Смотри, смотри, мы всех видим. Мы стали бабушкой Гренни, смотри, все от нас текают. Мальчик, мы сейчас за тобой. Куда ты, мальчик, куда ты, куда ты? Ой, убегает, смотри, убегает. Где ты, где ты? Убил. Смотри, убежал. Видите, убил. А вот девочка, а вот девочка. Вот она. Ой, девочку тоже убили, а вот мальчик. Так, а в дом, в дом. В дом, заходим в дом, вот в дом. А, вот мы сейчас, вот так. Сейчас. Мы злой бабушка Гренни стали, смотри. У девочка кто-то убегает, мальчик убегает. А, вот. А,
где, где, где дети, куда вы спрятались? А ну выходите. Мы сейчас найдем вас, да? Да. Смотри, представляешь, мы стали бабушкой Гренни. Смотри, ой, вон там кто-то впереди. Возле дома горящего. Где они? Где, где? Попрятались. Не вижу никого. Где? Листья, одни листья, деревья, камни, дом горящий. Никого не вижу. Где вы попрятались, детишки? Идите к бабушке Гренни. Она вас сейчас с огурчиком покрошит. На салатик. Где вы, детки, попрятались? Все. Все, нашел. Смотри. Два человека выжило. У нас хороший результат. Мы самые злые бабушки Гренни оказали. О, все, опять. Что это? Что это? Что? Это кладбище. А, это кладбище могилы. Цветочки на могиле. Забор. Ну, забор. А тут что? Тут дерево. А тут какая-то комната с дверью. Закрыта, нельзя туда спрятаться. Ух, какой большой цветок красный. Напугал меня. Я думал, там монстр какой-то с большим красным ртом. Так, а тут что? Деревья. Забор. Так, не видно ничего. Там мальчик стоит, а тут на деревья хотят залезть, спрятаться на дереве. Так. Что? Кто там? Кто там бегает? Где? Где? Где монстр? Мальчик стоит один, второй мальчик стоит. А вот кладбище, вот оно. Так, включим фонарик, фонариком. Ой, опять могилы. Цветы красные. А где? Смотри, как высоко залезли мальчики. На деревьях спрятаться хотят. И мы тоже. Так, а где же наш Джек-потрошитель? Где он с ножиком бегает? Не вижу я его, не вижу. Где он? Вообще не видно его. Не видно? Похоже, что он не придет за нами. Придет. Не, мы здесь все живы, смотри, нету его. А тут проход какой-то длинный. Интересно, что там в конце. Вот он, да? Нет. Да, вот он. А ты читал? Да. Вот бабушка Гренни стоит. Смотри, мы ее нашли. Сисита. Смотри. Сисита. Она не может ножик взять. Смотри. Вот бабушка Гренни злая. Мы ее нашли. Вот так, смотри, мы еще ее и убили. Кошмар. Мы убили бабушку Гренни, представляешь? Мы самые сильные оказались. Ура! Люцейка самая сильная, нашла бабушку Гренни и убила ее. Да. Вот так, нельзя маленьких деток обижать. Придет Люцейка и защитит маленьких девочек и мальчиков от бабушки Гренни. Люцейка сильная, смелая, всегда придет на помощь. Да? Да. Ай, не долетели. Не долетели. И бабушки Гренни дети. Не долетели. Что это у меня звездочки в глазах? Что это? Ой, смотри, я и развалился. А что, бабушка Гренни пришла сюда прямо? Внутрь? А-а-а. Она прямо в этот зал пришла, бабушка Гренни. Ты представляешь? Да.
Мызи спокойно себе, она отомстила. Мы ее в игре ножичком чик-чик. Так она пришла к нам. Прямо сюда к нам, в детскую комнату пришла. Мы тут тортик кушаем. День рождения справляем. Шариками играемся. Спиннерами играемся. А к нам пришла бабушка Грейни. Вот какая она. Ну-ну-ну, бабочка. О, вот, начинаем. Каем, ребята, бежим. Да, вот вы с факелами хорошо освещаете путь. Мы за вами, да, вы знаете дорогу, наверное, куда идти. Кажется, вы обратно повернули. Мы бежим обратно, ребята. Да, это лабиринт. Это похож на лабиринт, да. Какой-то длинный лабиринт. И где? И кто где? Не видно никого. Где? Ребята, вы кого-то видите? Я не вижу никого. Сейчас включим фонарик. Все, с фонариком будем бегать. Нас подождите. Мы вместе хотим убегать. С вами будем вместе, да. Три фонарика лучше светит, чем один. Так, бежим дальше. Тут тупик. Нет, сюда не надо идти, надо обратно пойти. А тут... Вот он! Побежал прямо туда, к детям. Надо убегать от него. Он прямо туда побежал. Ты видела, Люция? Да. Так, а мы должны убежать от него. Да, мы должны от него убежать. Он к нашим ребятам побежал. Вот, смотри, узкий... Ай, тупик! Так, нету его, слава богу. Бежим дальше. Да, где-то там слышны страшные крики. Это наших ребятишек крошат на салат. А мы убежали. Какие мы молодцы. Так, давай сюда. Никого уже из деток не остались. Кажется, мы одни спаслись. 7 секунд осталось, и если он сейчас нас не найдет, то мы выиграем в этом. 7 секунд. Вот, 0 секунд. Все, мы выиграли. Продолжение приключений Люцийки смотрите в следующих сериях. Чтобы посмотреть следующую серию, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.